Машка познавашка. Всем привет! Сегодня мы продолжаем изучать английский. А помогать нам будут наши знакомые, разноцветные экскаваторы. И первым выехал к нам оранжевый экскаватор. А на английском он звучит как orange. Эти цвета очень похожи и легко запоминаются. Оранжевый orange. Дальше у нас фиолетовая дверь, за которой прячется фиолетовый экскаватор. Фиолетовый purple. Интересно, какой же экскаватор будет за коричневой дверью? Ну, конечно же, коричневый! Вы только посмотрите на него! Коричневый brown. Теперь открывается серый гараж, в котором живет серый экскаватор. Все верно, умняшка. Это серый. Грей. Ну а теперь на очереди самый темный-притемный цвет. И живет там самый темный-притемный экскаватор. И это черный. Black. Это был последний экскаватор, который поехал по своим делам. И, похоже, им уже пора возвращаться. И первым у нас справился оранжевый экскаватор. Оранжевый! Orange. Теперь свое место должен занять фиолетовый. Вот он, смотрите, уже направился к себе в гараж. Фиолетовый. Purple. Теперь очередь коричневого. И он также решил не опаздывать. Коричневый. Brown. После него домой спешит серый экскаватор. Серый. Grey. И последним у нас был черный цвет, в который окрашен черный экскаватор. Вот же он, черный. Black. Ребята, а вам понравилось изучать английский вместе с умняшкой? Думайте побыстрее, а то нас уже ждут. Нас ждет лучший друг экскаватора. И это... бульдозер! Но сильный я.